Мы работаем в сфере продукции СТМ, это собственной торговой марки сетей. Производим такие торговые марки, как «Красная цена», это X5 Retail Group. Это «Аппетит на круглый год», это «Карусель», «Рёба», «Хорика», «Файн Лайф», «Метро Шеф», это сеть «Метро». Также мы представлены в сети «Лента», это 365 дней торговая марка. Также наши торговые марки – это «Хороший день», сеть «Магнолия», ну и многие другие федеральные и локальные сети. Наши планы на 2017-2018 год – это увеличение импортной составляющей, улучшение качества производства, запуск новых продуктов – это сухофрукты и орехи в шоколаде, вот. Выход на экспортные – это на китайский рынок с нашей продукцией именно шоколадной тематики. Ну и увеличение присутствия в наших торговых сетях. Сырье классифицируется по ГОСТу или по ТУ, техническим условиям. Ни то, ни другое не является неплохим, показателем нехорошим. Это допустимые нормы, что ТУ, что ГОСТ, даже ТУ может быть лучше, чем ГОСТ. Все зависит от запроса нашего заказчика. Так мы контрактное производство, то профайл по качеству мы получаем от заказчика. Сырье у нас поступает с разных стран мира. Вот, кстати, можете опустить камеру, если там будет вам как раз показана большая карта. Мы поставляем из Китая, Ирана, Чили, Аргентины, Перу, Новой Зеландии, Узбекистана, Таджикистана и еще более, там, может быть, порядка 10-20 стран мира. Вот. Все сырье проходит входной контроль. У нас есть служба технологов, которые проводят органолептику, измерение влажности продукции, наличие вредителей. Только после этого продукт допускается к фасовке, обжарке и дальнейшей поставке в торговые сети. В этом году мы начали продвижение через интернет-магазины, такие как Юлмарт, как Озон. То есть вот сейчас на рассмотрении Юлмарт уже вот контракт завели, ну и будем продолжать развивать данное направление. Сейчас проходит как раз центр закупок сетей. Я думаю, что результаты будут положительные.